Привет, мир! Сегодня 26 октября 2015 года. Я Данил Герасимов. И Иовенко Евгений. И сегодня тема здоровья. И просто на контрасте хочу показать две опции, чем вы можете в жизни заниматься. Каждый день я наблюдаю такую картину. Заходя, скажем, в автобус или просто гуляя по городу, вы наблюдаете пожилых людей, которые идут с палочками, хромают и выглядят просто сами по себе нездорово. Этим людям может быть от 40 до 80 лет, это не важно. Но суть в том, они все нездоровы. У них у всех есть какие-то трудности. Другой пример. С утра приходим сюда на пляж. Помимо нас еще бегает около 10-15 людей пожилого возраста, я бы сказал. Сочных. Сочных вкусники в отличной физической форме. И мужчины, и женщины лет по 70, не меньше. И я просто стал задуматься, почему такой контраст? Почему одни люди в 70 лет разваливаются, а другие в 70 лет выглядят так, как будто им 20 только что вчера стукнуло? В чем, собственно говоря, причина? Почему одни себя разрушают на протяжении всей жизни, а другие себя укрепляют? И на самом деле ответа я пока не нашел лично, но могу сказать то, что лично для меня более близка позиция, когда ты развиваешься изначально. Кстати, знаменитый Бубновский сам удивлялся, в чем причина. Ну, Бубновский, как его звали такой? Врач Бубновский. Да, врач Бубновский, поскольку он постоянно на практике встречался с людьми, которые просто, они сожалели о том, что не занимались с молодой и загубили свое дорогое здоровье. Есть другая позиция, которая на контрасте данной позиции относительно здоровья, то есть в молодости занимаемся здоровьем и так далее. Известный тренер, бизнес-тренер по ораторскому искусству Радислав Гандапас говорил когда-то в своем интервью, что если тебе 22 года, и ты занимаешься здоровьем, ну это абсурд, это неадекватно, потому что 22 года рассвет твоих сил, ты и так молод, ты и так здоров, да. Ты и так полон сил, зачем тебе заниматься здоровьем? Нарабатывать компетенцию, зарабатывать деньги и обеспечивать свое все будущее. Здоровым ты будешь фактически всегда. С другой стороны... Фактически. Вот такой вот подход, то есть смена приоритетов. Тоже такая позиция. С этим не поспоришь. Есть люди, которые в отвратительном здоровье находятся, но при этом ворочают миллиардами. Есть люди, которые находятся в прекрасном физическом состоянии, эмоциональном здоровье, но абсолютно бедны. Я думаю, на самом деле истина находится где-то посередине. Она всегда где-то посередине. Истина в гармонии. То есть, если у тебя идет перекос в одну сторону, ты чересчур богатый, но в чем смысл денег, если ты болен, если ты не можешь ими наслаждаться? Я не знаю. Лично для меня я получаю максимальное удовольствие от движения, от какого-то развития. Ну, в конце концов, когда ты чем-то занимаешься активно. Вспомните того самого Рокфеллера, который умер в возрасте 80 лет, но он был абсолютно нездоровым человеком, хотя и имел большое состояние, сделанное нефтяной компанией. То есть он курил, он абсолютно пил, то есть его можно назвать было богатым. Нет, его можно назвать просто финансово обеспечивал. Он не был счастливым человеком. Поэтому двойная сторона медали. Определенно. И как я уже сказал, на мой взгляд, истина находится где-то посередине. Есть путь развития абсолютно разный. Вы можете посвятить себя материальным ценностям, можете посвятить себя себе. Но, опять же, везде должен быть баланс. Ну, а сейчас на примере мы покажем, у кого какой путь. Я Данил Герасимов, я сейчас пойду в воду укреплять свое здоровье, а это Евгений Овенко, и он... И я пойду позвоню насчет акций. Ну, а если на самом деле, то он уже просто с утра сегодня искупался, поскольку я проспал. Ну, и как настоящий друг пришел меня сопроводить уже днем, а не утром. Фу, он уже свое здоровье укрепил, сейчас идет зарабатывать деньги, а я отстаю на целый шаг. Поэтому, ребята, никогда не просыпайте, ставьте хотя бы 3 будильника. Причем на разных телефонах. Ну все, идем. Я не знаю, что говорил Гандапас, но он явно что-то упускал. О, бля.
Дамы и господа, живите в балансе, в гармонии и, как я уже говорил, получайте удовольствие от этой жизни. Будьте здоровы, будьте богаты и счастливы. С вами был Данил Герасимов и Овенко Евгений. Увидимся в будущем или не увидимся совсем. Бум!